Сценарий «Доброй истории» и разногласий и внезапной дружбы между конкурентами был написан всего за полтора часа. Все создатели короткометражки «Мы – мимы» – постановщик, звукорежиссер, операторы и актеры – не старше 16 лет. Несмотря на это, фильм имел успех на нескольких детских кинофестивалях. Вне зависимости от того, какое количество у нас статуэток стоит, нам больше радостно, когда зрители просят, а привезите, пожалуйста, мимов показать, или привезите, пожалуйста, ваш клип «Мы воспоминания». То есть нам, конечно же, мы это делаем для зрителя, и когда зритель нас принимает, это на самая большая награда. На конкурс было заявлено около 300 работ в 7 номинациях. Это игровые, документальные фильмы, анимационные, музыкальные клипы, телевизионные сюжеты, а также работы о татарском языке. На протяжении 2 дней проходили просмотры конкурсных работ, а также мастер-классы по актерскому мастерству, ораторству и о тонкостях киноискусства. Со следующего года мы планируем еще больше участников привлечь со всей уже, наверное, не только с нашего континента, но, возможно, и с соседних континентов. И, наверное, мы планируем проводить его не в 2 дня, а все-таки 2 дня – это очень мало, и не успевают и гости познакомиться с нашей республикой, с нашей столицей. Наверное, мы будем проводить его больше в количестве времени. Фестивалю «Киношка» всего 2 года, и уже сегодня в нем участвуют дети из 66 городов страны и ближнего зарубежья. Елизавета Саляхова, Максим Голубцов, Максим Зуйков, телеканал «Эфир».